Это уважаемый дафарин Тартат Ктуво Дав Цади Хет Лист 98. Я рассмотрю, что Диврей Тора Нишмат Кора Ферейм Ухлам Морхами Борхай Бен Зир Коварас Хадам Сурбан Амсер Шалом Байз Баулам Зивугим Багуим Бакой Цайм Шалом Варас Бейдарат Шем Тук Был Мир Беземле Израиля И Молодим Ле Синхах Гейм Звоним Ле Сасон. Мишна на предыдущем листе сказала так: Бен Мина Иерусин Бен Венесуин Мохерет Шело Бебет Дин. Что женщина имеет право продавать землю для своей ктувы без бензина, неважно, она вдова после помолвки или даже она уже была замужем, имеет право продать без бензина танакама даже для своей ктувы. То есть не только для пропитания, рахамим, не только для пропитания, а даже для своей ктувы имеет право продать. Почему он сказал нет? Гмара теперь говорит так. Гмара спрашивает вопрос. Мохер шовы бензин цриха швуа о эн цриха швуа? Она продает без бензина, она должна поклясться или нет? Мы сказали, что тот, кто хочет получить имущество сирот, должен поклясться. И на предыдущем листе мы сказали, два листа назад мы сказали, что сирота считается для человека, которому 90 лет. Папе было 120 лет, он тоже считается сирота. Теперь, что она, о чем она здесь должна поклясться? Говорит Гмара, Раши вернее объясняет так. Шело гавта ютер. Она клянется, что то, что землю она продала, она не получила больше того, что ей положено. 200 зуз, 300 зуз. Это клятва об этом, говорит Раши. Тосфот объясняет, нет. Шело зильзила бен хасим. Что когда она продавала эту землю, она не продала ее подешевле. То, что стоило 400, она не продала за 200. Главное, я свои 200 получу, а дальше меня не волнует. Кроме этого, Гмара спрашивает другой вопрос. Ахраза. Нужна ли ахраза? Когда продаются, как мы с вами проходили, Мишна в Масахет, будем проходить, Эрхин говорит так. Шома етумим шлошим йом умахризин бабокер уваэр. Мы уже это несколько раз проходили. Что? Когда продают имущество сирот, 30 дней об этом объявляют. Утром и вечером, чтобы люди знали. Что? Чтобы они действительно получили правильную цену. Сколько это стоит? Market value. Теперь, говорит Мара, что? Если она объявила, теперь что она сделала? Она взяла и вот эту property, эту землю оставила себе. Имела право оставить себе или нет? А, вместо продавать. Вместо продавать. Теперь. Говорит Мара, если она объявила, тогда нет проблем. Она объявила, кто-то пришел, купил, не купил. Альмана, шишама, ляцма. А, теперь, кто эту землю ей оценил? Она сама его оценила. Но так как она объявила, маша, аста. То, что она сделала, она сделала. Теперь. А на основе этого Мара говорит другой пример. Например, человеку оставили... То, что Раши говорит, коралл. Кораллы, да, и он вот с кораллы. Или оставили какое-то дорогое дерево, древесину. Когда ей это оставили, ему он прикинул, что это стоит сейчас 400 монет. Он оставил это на хранение, он себе купил и все, решил это купить. Потом это поднялось в цене и стало 600 монет. Выходит, он 50% у него выгода. Он имеет право это себе оставить. Кто ему оценил? Ему дали это на хранение или для продажи. Продавец не может стать покупателем. Поэтому на основании нашей гмары вопрос большой. Человек, который продает свой дом, нанял реал-стейта. Этот реал-стейт, имеет он себе право оставить этот дом или нет? Нет. Скорее всего, не имеет, потому что он сейчас его посланник для того, чтобы продать. Вопрос такой, а своей жене может продать, если это хорошее дело или нет? Теперь, поэтому говорит, альманаши шамаля ацма маша аста. Если она объявила, то, что она взяла себе, оставила это ее. Но если она не объявила, все согласны, альмана шешамаля ацма лоаста велокну. Она не объявила, решила эту землю себе оставить. Ага, это поле примерно стоит 200 монет. Она себе оставит, ничего она не оставила. Дети ее мужа могут прийти и дать ее 200 монет и поле у нее забрать. Дамрела ман шамлех. Они могут сказать, кто тебе эту цену дал? Кто тебе оценил? Как объясняет Раши. Бедин его это не апрув, Бедин не разрешил эту сделку, эту продажу, или то, что она себе оставила. Ло яца акарка миршута етуми. Кроме этого, эта земля, она принадлежала детям, наследникам. Она никогда из их разрешения не вышла. Да, ей Бедин разрешил продавать другим. Если она как их агент, то она имеет право продавать. Но оставить себе она не имеет права. Эта земля, это поле постоянно находилось во владении этих детей. И она никогда не поменяла своего хозяина. Она может сказать, я оставлю меньше, чем продавать? Да, не может сказать. Но она, если им скажет заранее. Они должны оценить, Бедин должна, правда, эту сделку сделать за пруд, потом она может оставить. Теперь.
Но Мохерет Лахерим, если она продала это другим, и то эта сделка считается действительной. Почему? Яца Каркам Миршута Этуми. Потому что в этом случае они как бы ее назначили продать эту землю, чтобы она получила свою ктуву. В этом случае эта земля вышла из подчинения этих сирот и перешла тому, кому она продала. Даш Гмара заключает так. Вильхета цриха швуа беэна цриха ахраза. Гмара говорит, в конце концов, что такая женщина, что она должна поклясться, хочет себе оставить, например, она должна поклясться, но не должна объявлять. Она должна поклясться, что она не продала меньше, чем надо, или она не получила больше, чем надо. И если она продает, не оставила себе, она продает без разрешения бедина, вне бедина продает, она клянется, что не получила больше или не продала слишком дешево, а объявлять о том, что она продает землю, она не обязана. Несмотря на то, что обычно то, что продают сирот, принадлежит сиротам, объявляет, она не обязана. Два. Дальше. Следующая мишна говорит так. Мишна продолжает вот эту дискуссию, этот вопрос, когда алмана, вдова, продает землю своего мужа для того, чтобы получить для своей ктувы деньги. Мишна говорит так. Алмана шайта ктувата матайм. Умахра шаве мана бе матайм, о шаве матайм бе мана. Ниткабла ктувата. Женщина, у нее ктува была написана 200 монет. Она взяла поле. Чем махра? Мана бе матайм. Поле мужа стоило 100 монет, но она была такой хороший salesperson, что она продала его за 200. Или наоборот, оша ва матайм бе мана. Или было поле мужа, которое стоило 200 монет, и дети сказали, это вам. И она продала его за 100. А она свою ктуву получила. А ей дали это на... Ей дали свою ктуву, все. То есть, она с одной стороны могла сказать, слушайте, я же ее продала за 100. Мы тебе дали то, что стоило 200. Но она, почему она не может сказать, слушайте, вы мне дали то, что стоило 100. Я продал за 200, это 100 мне, дайте мне еще 100. Но, говорит Мишна. Почему? Потому что она их посланник, она их агент, и все деньги принадлежат им. Она продала для них их вещь. Дальше. Говорит Мара, дальше так. Почему? Как мы сказали, вот это говорит Мара так. Каншана рэби хаколли баламот. Мы дальше пройдем несколько еще примеров, что... Она, так как их посланник, она их агент, все деньги, которые она получает, принадлежит этим сиротам, этим наследникам. Поэтому то, что стоило 100, она продала за 200, эти 200 принадлежат этим детям, и они эти 200 отдали. Поэтому она ничего не получает. И Гмара более подробно это объясняет. Говорит Гмара дальше так. Мишна продолжает и говорит так. Айтак тувата мане, умахрашава мане, вединар бе мане, михрабате. Ее ктува была написана, что муж ей должен дать 100 монет. Да, скажем, она была вдова или разведенная и так далее. 100 монет. А она взяла землю, которая стоит 101 монету, и продала ее за 100 монет. Эта сделка недействительная. Почему? Как объясняет Раши? Потому что шеото динар эн лаш шут лимкор. Она взяла то, что стоило больше, чем ей полагалось. Она не имела права эту землю продавать. Она продала теперь. Даже если говорит... То есть это... Мекафтаут, это ошибочная сделка, не считается. Даже говорит Мишна, афилу йомерет ахазир динар лейрушим, михрабатет. Она говорит, слушайте, эта земля стоила 101, я продала за 100, я вам эту одну монету верну. То было 101, все равно сделка недействительна. Кола мехер бетаут шаре беват ахат и. Вся сделка недействительна, потому что она продала ее за один раз, недействительно. Рабан, это мнение Танакама. Рабан Шимон Гальомер, Леолам Михра Каям, он говорит, нет, то, что продала, продала. Ад Шетхе Шам, где Шетешаэр Беседе, Бат Теша Кавин, Увегина Бат Хацикав, Кедивре, Ухедивре Раби Акива, Бет Ро. Теперь, Рабан Шимон не согласен, говорит так, что сделка действительно. Но там есть одно условие. Объясняет Раши, во-первых, Ло Эфсидитан. Почему здесь сделка действительно, по мнению Раба Шимон бен Гамлиэль? Потому что они ничего не проиграли. В том случае, она говорит, я дам вам эту монету. Они не проиграли, сделка действительно. Но, говорит Гмара, что эта сделка будет недействительна, если она продала это поле
Вот это лишний кусочек земли, который стоил одну монету. И если вот этот кусочек земли прибавить к другим полям этих наследников, и там будет достаточный размер для самого минимального поля, 9 кав, или для огорода, по мнению мудрецов это пол кава, по мнению Раби Акива это четверть кава, а сейчас этого кусочка земли не хватает, и этого минимального размера там нету, тогда она сейчас навредила им. Они не могут продать это поле. Он скажет, что это поле у тебя меньше минимального размера. Поэтому в этом случае сделка будет недействительной, даже по мнению Рабан Шимон бен Гамлиэль. Кроме этого, похоже, на это говорит Гмара дальше и так. Хайта ктувата арба меот зуз, умахра лазе бемане, велазе бемане, улахарон, яфе мане ведина. У нее ктува была 400 монет. Муж сказал, я дам 400 монет. Она взяла, одно поле продала за 100, второе поле продала за 100, третье поле продала за 100. Четвертое поле, которое стоило 101, она продала за 100. Здесь сделка действительно или нет? Говорит Гмара, что Ахарон батель, вешер кулан, михуран каям. Рабан Шимон говорит так, что первые три сделки действительны. Стоило 100, она продала за 100. Но последняя сделка, так как она больше ее ктувы, она недействительна. Почему? Потому что она нанесла им ущерб. То, что стоило 101 монету, она продала за 100. Теперь. Мара объясняет начало нашей мишны, которая сказала так. Михра шаве мана бематаем и ниткабла ктувата. Мы сказали, если когда она продала то, что стоило 100 монет, она продала за 200. Все с ней рассчитались или нет, рахами? Земля стоила 100 монет, ей должны были 200, она продала ее за 200. Да, все с ней рассчитались. Это не ее земля, это не ее земля, землю она продала, ктува ее, больше ей ничего не должно. Говорит, она арвахна. Она, хахами, эти сироты говорят, она арвахта, мы выиграли, спасибо тебе за то, что я это хорошо продала. Три. Дальше. Кан, шана рби, аколь, лебаламот. Как мы сказали, это то, что Раби Иуда объяснил, что все принадлежит хозяину денег. Как мы посмотрим, что когда у него есть посланник, то, что ему добавили, это его. И Гмара приводит такую брайту. Говорит так. Брайта говорит, человек послал деньги, человек дал деньги своему посланнику, другу. Человек дал ему деньги, сказал, иди купи что-то. Теперь. Хосифуло ахад етера хаколь лешалях диврей ребилда. Он пришел купить на $100 10 вещей. А ему дали 11. Вот этот лишний предмет кому принадлежит? Тому, кто послал деньги, или посланнику. Кому этот продавец эту вещь добавил? Он дал ему экстра. Понимаешь, да, Рахами? Не понимаешь? Рахами, я дал тебе деньги, говорю, Рахами, иди купи мне на $100 10 пар туфлей. Ты пошел, и тебе дали, ну, сейчас задумай, это туфли или нет, или 10 килограмм картошки. А тебе дали 11. Вот этот килограмм или пару туфлей, которые добавили тебе, добавили для тебя или для меня? Кому это принадлежит? Кто деньги дал? Раби Иуда говорит, тот, кто дал деньги. Раби Иуда говорит, в этом случае все отдается посланнику. Почему он говорит? Анарвахна. Он говорит, я заслужил же, я пошел. Потому что, видимо, так как ты меня посылаешь на покупки. Скажем, ты меня посылаешь на покупки. Тебе все равно, в каком магазине я куплю. Я прихожу постоянно в этот магазин, этот продавец хочет, чтобы я приходил. Поэтому он то, что добавил мне. Гмара приводит два мнения Раби Йоси. Раби Йоси, который не согласен и говорит так. Битваш ешу кицба холки. Если это вещь, у которой есть определенная цена, то есть эту вещь продают по весу или по объему, или value, по весу или по объему, тогда шалиах, посланник, и балабайт, и хозяин разделяют это на две поровну. Почему? Потому что Раши объясняет так. Матанагави. Этот экстра делится. Экстра килограмм картошки или экстра литр масла делится 50 на 50. Как объясняет Раши, это подарок. И мы не знаем, кому он хотел этот подарок дать. Они оба делят пополам 50 на 50, чтобы никому не было обидно. Мы 100% знаем, что тот, кто продавал, он хотел дать подарок, но мы не знаем, кому. Поэтому они делят. Но бедаваршено кицба... Но если то, что он послал его купить, это не то, что взвешивается или измеряется, тогда все, говорит Раби Йоси, отдается хозяину.
Например, он послал купить ему 10 костюмов. 9 костюмов или 10 портуфлей. А он ему дал 11 костюм или 11 портуфлей. Тогда это принадлежит, говорит Рабби Йоси, хозяину. Почему? Смотри, какой размер. Неважно. Тоже правильно. То, теперь, говорит Барабай. Почему? Раши объясняет. Энкан матана эля мехр. Потому что здесь не было подарка. Когда то, что взвешивается картошка, макароны и так далее, это подарок. Но здесь он сейчас ему сделал сел. Он раньше продавал 10 за 100 долларов костюмов. Сейчас он продает 11. Поэтому говорит Раши, это получает хозяин того денег, который послал. Поэтому выходит, что наша мишна, которая говорит махра шава шаве матаем бемане, махра шаве матаем бемане, нитка та, что если она продала то, что стоило 200 монет за 100, она получила свою, или наоборот, то, что стоило 100, получила за 200, и гнет по мнению Рабби Йоси. Почему? Потому что карка давар шейно кицба. Земля — это вещь, которая не имеет определенной цены. Каждый кто-то платит побольше. Даже если она продала побольше, может быть, она нашла того продавца, у которого уже есть 2 дома вокруг или 3 дома вокруг, и он готов заплатить в 2 раза больше, чтобы увеличить. Поэтому то, что она продала это так удачно, переходит детям. Вопрос, кто разбирается на этом листе. Такой вопрос. Человек работает в компании, и компания ему платит за то, что он летает на самолете. У него для этого получает майлы. Эти майлы накапливаются, накапливаются, и потом он может купить бесплатный билет. Кому эти майлы идут? Ему? Хозяину или тот, кто летает? Кто летит? Может, тот, кто летает, он страдает и так далее. Этот вопрос тоже разбирается на основе нашей гмары. Поэтому мы думаем, гмара 2500 лет была написана. Все там есть. Дальше гмара говорит так, следующий вопрос такой. Амар ле забин ли литха, ве азал ве забин ли кура. Человек сказал посланнику Балабайт, говорит, слушай, продай мне половина кор земли, половина поля, скажем. А он пошел и продал целый кор, все поле. Май мосифаль давараву ве литха мигакани. Что мы говорим? Говорим ли мы, что этот посланник, что он сделал? Окей, он всего лишь добавил к тому, что его потребовал его хозяин сделать. Поэтому половина поля считается проданная, михрокая, потому что асаш лихуто, он свою миссию выполнил, он же сказал продай поле, половину. Он продал половину, окей, он продал полностью, но половину же он продал. И мухер эно йохоль лахзорбо, и тот продавец не может потом вернуться. Сказать, что, знаешь, половина поля не продал. Я хотел всего лишь продать половину, он продал все, все отменяется. А что насчет второй половины? Михробатель, вторая половина отменяется. Почему? Потому что это считается отдельная продажа, отдельный сел. И выходит, что этот посланник добавил от себя к тому, что ему дали задание. И поэтому это не действительно. Или же мы говорим по-другому. 4. Од Ильма, маавир аль деваравгу, велитха нами локане. Или же мы говорим, что он сделал, он сейчас негодяй, полностью нарушил инструкции своего хозяина. Он ничего не сделал. Поэтому михробатель, поэтому вся сделка отменяется, даже половина поля не продал. Ло аса шлихуто, он свою миссию не исполнил. Потому что не выполнил его инструкции. Мухер ехоля зорбо. В этом случае продавец может отказаться даже от половины поля, от продажи половины поля. Теперь гмара пытается объяснить вопрос, ну, теперь это вопрос, но мы ответить на него не смогли. На то же самое похоже другой вопрос. В наше время человек, у него был стакброкер, он ему сказал, купи вот такой-то стак. Эй, стакброкер говорит, нет, это стак нехороший, пусть он купит вот такие акции, лучше я ему куплю. Он купил другие акции и получилось так, что через некоторое время обе акции, и те, которые он хотел купить, и те, которые купили для него, они одинаково упали в цене. Теперь тот, кто сказал, ему дал задание купить, он говорит, слушай меня. Я тебе купил, сказал, купи эти акции, ты купил другие. Давай мои деньги, я потерял деньги. Говорит, слушай, ты потерял столько же денег, сколько было. Кто прав, кто виноват. Теперь он может сказать, да, я понимаю, но ты мои инструкции не исполнил. И возможно, но он там в конце решается, что этот стакброкер все-таки не должен будет ему заплатить, но он не нарушил условия, но он нарушил условия договора. Дальше, говорит Марат. Марат пытается решить этот другой вопрос. Например, Мила. Человек говорит своему слуге, у меня гости, иди дай им по 50 грамм мяса. Он пошел, сдал им по 100 грамм мяса, а они еще взяли еще по 50.
А потом обнаружилось, что это мясо было не его, это мясо было барашка, которому он посвятил в Бет-Амикдаш. Теперь, кто виноват? Теперь, его посланник что сказал? Он ему сказал, дай им 50 грамм, он дал 100. Там она говорит, что все трое должны будут принести курбан. И курбан, и одну пятую заплатить за то, что они съели. И посланник, и хозяин, и его посланец, кого он послал, и эти люди. Ну вот мы видим, что посланник, обычно мы говорим, что «эн шелехли два равера», что человек не может послать другого, сделать за него грех. Но здесь так это кудашим, здесь другой вопрос. Теперь вопрос здесь, как мы сказали, почему? Здесь был случай другой. Этот посланник был такой негодяй, он пришел и сказал, слушайте, мой хозяин сказал, что вы взяли по 50 грамм мяса, но я говорю, возьмите по 100. А они были такие наглые, что они взяли по 150. Как человек приходит в гости, и Суко пришел к тебе в гости, и ты говоришь, скажи, слушай, я хочу пиццу заказать. Сколько ваши дети кушают пиццу? Ты еще говоришь, дома они кушают по слайсу, но когда здесь ходят в гости, по 3. Он тоже теперь здесь говорит, что он сказал четко и ясно. Мой хозяин сказал 50 грамм, но я говорю, еще 50 возьмите. Они взяли по 50, поэтому все они трое виноваты. Поэтому отсюда мы не можем найти ответ этому вопросу, что когда он должен был продать пол поля, а продал все поле, сделка действительно полностью или частично, или нет. Другой вопрос, который разбирает Хахамим, на основе этого человек взял квартиру в рент, заплатил за rent insurance, renter's insurance, потом там был пожар, и insurance заплатил ему 100 тысяч за то, что там сгорело больше, чем то у него сгорело. Теперь хозяин квартиры приходит и говорит, слушай, у меня эти деньги полагаются мне. Он говорит, как тебе, я же плачу за insurance. Он говорит, если бы не было моей квартиры, ты бы ничего не платил, ты бы не мог это insurance. Я не могу твою квартиру взять и сказать, смотри, как Ростефанский объясняет, я, потому как ты варишь или твоя жена варит, я вижу, что не дай бог у вас будет пожар. Поэтому я хочу пойти в гайку позвонить, сказать, чтобы они сделали insurance на твою квартиру. Я буду платить, и деньги я получу. Могу так сделать или нет? Не могу сделать. Поэтому ты взял мою квартиру в рент, поэтому ты смог получить. Как Аллаха, как закон? Закон говорит так, что из этих 100 тысяч, то, что этот рентер заплатил, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 за policy, за свой insurance, мы отнимаем. Он 10 тысяч заплатил за 2 года, 100 тысяч ему дали, отнимаем. А остальные 90 тысяч делим пополам по 95 тысяч между ним и между хозяином квартиры. Потому что действительно, скорее всего, так как он говорит, не было бы квартиры, не было и этого после случая. А после ремонта, то я не знаю, это хороший вопрос, после ремонта без чего. Но как бы там ни было, вот эти все интересные вопросы разбираются на нашем листе. Кроме этого, был другой вопрос. Человек купил лотерейный билет. Я дал Рахамим деньги. Вот тебе деньги, купи мне билет и сделай так, чтобы положи деньги, чтобы машина сама выбила билет. Ты пошел и сам заполнил. Ты пришел мне и я говорю, слушай, я же тебя попросил, чтобы машина мне выбрала номера. Почему ты сам заполнил? А ты говоришь, вот не хочешь, ну вот тебе деньги. И не хочешь, не надо. Но билет ты не забрал. Потом...